Действия злоумышленника зафиксировали несколько камер наблюдения. На совершение кражи его толкнула острая нехватка денег. 23-летний саратовец тратил все свои сбережения на спортивные ставки. Залез в долги, но до последнего надеялся отыграться. И вот в одном из опустевших залов клуба он увидел системный блок. А дальше бес попутал, видимо. Молодой человек воспользовался отсутствием в одном из залов сотрудников клуба. Накрыл своей курткой системный блок и вышел из клуба незамеченным и скрылся с похищенным в неизвестном направлении. Системный блок злоумышленник перепродал за 10 тысяч рублей и собирался потратить их на очередные ставки, но был задержан сотрудниками уголовного розыска. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления предусмотрено частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде надлежащем поведении. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.